Спектакль в режиме реального времени. Вместо сценария – реплики зала, задающие тему, составляющие удачные истории, остроумие, смелость и находчивость. И я взяла и пошла в магазин с мороженым. И обменяла его на лето. Ответ был? Давайте вместе. Да, ответ был. Ответ был. Фантастическая история, так и должно быть. Актер театра и кино Денис Денисов приехал в Видное, чтобы раскрыть секреты театральной импровизации для юных артистов Твида. У них еще глаза такие, что он говорит вообще, и паника, это нормально, потому что я когда сам первый раз в это играл, у меня у самого была паника, и это нормально. Я им тоже вот, все, что я знаю, все, что мы знаем, ребята, которые сами в это играем, вот, мы стараемся всем этим поделиться. Коллектив впервые принимает участие в игре «Театральный поединок», который проводится среди детских актерских студий. Конкурс заключается в том, что между командами из разных городов Подмосковья проводятся такие импровизационные батлы, театральные. То есть команда батлится в каких-то вопросах, отвечает, какие-то театральные тренинги делает, испытания проходит, соответственно, набирает очки. И те команды, которые набрали больше всего очков, они проходят в финал и уже соревнуются между собой за звание лучшей команды. Жанр импровизации юные актеры только начали осваивать. Хотя у многих за плечами несколько ролей в спектаклях на большой сцене. Среди них Вероника Писаренко. Она постигает актерское мастерство уже более 7 лет. Спектакль «Маленький принц». Я играла самого маленького принца. «Синяя птица». Я играла Аленушку-сестрицу. И маленькие спектакли, например, «Теремок». Я играла мышку-нарушку. Алексей Гладких присоединился к коллективу 2 месяца назад, и каждое занятие для него открытие, в том числе и импровизация на сцене. Я долго искал свой талант и, наконец, решил, что мне очень подходит театральный талант. Ну, вот я сюда и пришел, и отлично здесь обустроился. Мне в целом очень нравится, очень весело, ну и интересно. Руководитель младшего состава Твида Ксения Князева отмечает, что для ее ребят участие в конкурсе станет бесценным опытом. Конкурс, хотя проходит уже несколько лет, но для нас это впервые поучаствовать в таком конкурсе. Детям интересно импровизировать, потому что мы только начали над этим работать. Это же не просто отрепетировать спектакль, это сиюсекундная импровизация на сцене, и ей надо уметь владеть. Участников мастер-класса ставили в необычные, порой нелепые ситуации. Их главная задача – быстро среагировать и развлечь зрителей. И хотя в этом и есть суть импровизации, подготовка все же нужна. Спектакли мы репетируем. Здесь это называется тренировка. Да, когда мы занимаемся каким-то спортом, невозможно выйти, не тренируясь, забивать голы, поднимать тяжелый вес со штангой. То же самое здесь. Не получится быстро импровизировать, если этим не заниматься и не тренироваться. Следующим этапом для юных артистов станет поединок с другой командой. Всего в конкурсе участвуют 32 театральных коллектива со всей Московской области. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.